Итак, это Супермен Георгий. После каких-то манипуляций с батарейками и изолентой мы продолжаем тестирование красного стедикама. Мы выдвигаемся. Батарея заряжена. Да, нет, батарея наполовину заряжена. Да. И мы спускаемся в переходном режиме. Да. Там далеко не уйдешь, да. Поэтому придется вернуться обратно. А вот. А и можно выше, да. А выше можно, и там можно даже побегать по нашему. По нашему заведению. Вот сюда можно, да, проходим. Проходим дальше. А можно туда, прямо. Ну, можно, да, лучше туда, прямо. Да. Можно прямо, там можно выйти потом просто. Там есть выход. Ого-го. Осторожно, главное не запнуться. Итак, что я могу сказать? Да. Я могу сказать, что штука работает определенно. После некоторых простых вмешательств это стало еще лучше работать, стабильно и, собственно говоря, даже с такой легкой мартышкой на таких достаточно серьезных моторах. Вот, собственно, со стройкой тоже достаточно просто. Ну и, в общем, я могу только поблагодарить замечательного Сергея. Ура! И Ивана тоже, который нам замечательно, очень быстро спаял переходник для батареечки. Да. Вот, и, ну, как бы я могу сказать, все здорово. Там пошли. Там что-то есть. Да? А, вот так. Да. Отлично. В какой-то момент я жду, что он придет сам. Но это... Он сам не будет. Вот, и, видимо, вот здесь вот этот момент... Вот это да, это есть, да. Да, вот да. Как-то вот да, это есть, надо привыкнуть немножко держать, да. У меня тоже так это поначалу было. Ну, не, ну да, джойстик не под рукой тогда становится. Так, мы его сейчас перевернем. Так... Хорошая пробежка была. Шикарно. После 9,5 часов в вагоне, сидя. И 20-минутный, по-моему, да, выход на платформу подышать воздухом. Это отличная пробежка. Так, включаем его. Запел. Отлично. Ну что же, по-моему, все замечательно. Угу. Раз, два, три, четыре. Так, выставляем. Единицу или два. Ну, щелчок какой-то есть, определенно. В эту сторону нет. Не, ну это у нас... Можно, в принципе, снизить еще напряжение, ежели оно надо. Вот, но так же ты не будешь вот так вот, ну, выворачивать, да, поэтому как бы... Может быть, я его просто попробую еще раз пробежаться по лестнице вот в таком состоянии, не кверх ногами? Ну, а кверх ногами какая проблема без была? Без разницы, да? Да, нет, так-то, конечно, более штатный режим, он висит, но растяжение работает, он так-то вообще проблем не будет никаких, но и в перевернутом состоянии тоже не должно быть. Ну, как ты говорил. А по лестнице надо на первом, да? И вперед. Да.
Я хочу сказать, что Сергей делает шикарные штуки. Ой, спасибо, мне приятно. Иван ему всецело помогает. Я думаю, что он делает так же. Все здорово. Вот. Он паяет часто. Да, паяет. Вот такие красные штуки. Вот. Только что мы вот тестировали, собственно, этот замечательный агрегат. Он себя показал просто в полной боевой готовности. Вот. Ну и, в общем, все только требует, чтобы на нем снимали. Поэтому можем сказать только, что Сергей делает прекрасно. Вау, я прямо... Прямо бальзам, да, да. Спасибо. Это классно, вот, потому что многие движения, ну, не сделать, к сожалению, ни с рук, ни на других штуковинах, которые как бы... Да. Плюс, что хорошо, он достаточно легкий при конструкции. Тут все-таки алюминий, он прочный, крепкий, вот, и на него можно ставить большие камеры. Вот, просто тут сейчас пока стоит легкий гашек, второй. Вот, но, в принципе, я думаю, что для людей, которые, скажем, не являются качками, там, да, ну, вот, это, я думаю, что отличная штуковина за более короткое время, чем на обычном стадикаме с консолью и с рукой, и с жилетами, со всеми гимами, научиться делать действительно классные вещи, которые позволят быстро и оперативно что-то делать. Причем, я так думаю, что он подходит как для документалки, так и для постановочных кадров. Главное, самое главное, что он, с ним его можно использовать как панорамирующий голову. Да, это да. Очень важнецкая вещь для меня, и все очень просто модифицируется. Да, да. Просто удлинитель. Просто удлинитель, просто, да. В калибровке хорошая программа, интерфейс с кучей пресетов, которые можно сохранять и на компьютер, и в память. При желании все можно настроить, официальная поддержка этого программного обеспечения. Будет работать, ребята. Да, будет работать. Будет работать. Главное, мы на нем будем работать. Главное, вы на нем будете работать, да. Все, очень. Ждем кино. Да, ждем кино, ждем, и, собственно, вы-то ждите, а мы-то будем ждать. Да, да, мы-то будем ждать, да. Так что привет из Москвы. Здорово. Всем спасибо. Все свободны. Да. Включаешь.